9, 10. Поменяли стойку. 6, 7. На стартову позицію після тримісячних тренувань вийшли вихованці Старокостянтинівської районної філії школи «Самсон Право». Спортсмени отримали білий пояс першого ступеня і одночасно допуск до змагань. Это был итог тех тренировок, которые мы занимались. Занимались уже около 3 месяцев, поэтому все спортсмены, которые занимались в этой группе, они тренировали белый пояс первой степени, это международная поясовая аттестация по военно-спортивному хоборью, и в данный момент прошли успешную аттестацию. 41 человек получили белый пояс первой степени и, как говорится, получили путевку для выступления на соревнованиях. Багато борців продемонстрували усі спортивні навички. В техніку входило це і удари руками, і удари ногами, броскова техніка, бойові прийоми. Тобто все те, що необхідно для соревновання. Тепер подоляни тренуватимуться ще завзятіше.